Наша городская библиотека давно и успешно ведет просветительскую работу. Формы такой работы разнообразны. Одна из них – презентации, на которые приглашают школьников. Сегодня пришли учащиеся первой школы, и работники библиотеки расскажут им о выдающемся русском художнике-баталисте Василии Васильевиче Верещагине. И вот именно потому, что у Верещагина существует целый цикл о войне 1812 года, мы и решили в рамках эстетического образования и провести наше мероприятие. Такие презентации проходят регулярно, и мы будем знакомить вас с новостями из библиотеки.